Всем привет! Сейчас будет распаковка не игры для PlayStation 3, а карточки. Я сейчас впервые вообще купил карточку. Вот. Вообще я обычно, когда... Ну, я в PlayStation Store редко что-то покупаю. Но если я что-то покупаю, я обычно кладу. У меня вот, например, есть Яндекс.Кошелек, да? А он связан с этим со Store. То есть, как бы, там карточка есть Яндекс.Денег, да? То есть, когда ты кладешь на Яндекс.Кошелек, то автоматически эти деньги оказываются у тебя на карточке, а эта карточка мастер-класс международная, международного класса, и она работает в сторе. То есть я просто себе на Яндекс.Кошелек кладу деньги и кидаю их в стор. А тут я решил купить официальную карту оплаты PlayStation Network. Вот. И я раньше думал то, что карточки, они, ну как обычно карточки продаются, например, там для оплаты раньше... Ну, не знаю сейчас, как раньше, разные карты для оплаты, там, не знаю, телефона или интернета, да, просто обычная карточка в такой защитной пленке, да, ты защитную пленку снимаешь, сама карточка, вытаскиваешь оттуда, там еще на самой карте защитный слой, ты его стираешь, да, вводишь номер, там, активируешь, вот, а тут... А! Я вообще не ожидал такого. Карты в такой же коробке, как и диск. Вообще пипец, да? Карта оплаты PlayStation Network. Вот тут 2,5. Причем, вот я живу около метро Щелковская. Там разные есть магазины. Я кучу магазинов обошел. Везде, где были карты. То есть я первый раз покупаю, я никогда не покупал. Везде, где были карты, они везде закончились. То есть их разбирают, как горячие пирожки. И я, значит, в одном только магазине осталась одна карта. И вот я ее купил. Представляете, одна карта всего осталась, блин. Вот как их, блин, разбирают. Так что, сейчас мы с вами ее распакуем. Это моя веб-камера. Ну, я сейчас снимаю в комнате, да, у меня освещение не очень хорошее, поэтому... Лучше бы я снимал, мог бы снимать и на обычную камеру. То есть, я имею в виду на веб-камеру. Вот. Потому что, ну, я не знаю, я решил снять, короче, на эту. Вот. Мы сейчас ее, короче, распакуем. Посмотрим. Ножницы надо взять. Вот. Я ее что сделаю? Я ее сейчас распакую, потом я включу Соньку, полезу в стор, активирую ее. Думаю, я смогу пальцем. Да, вот пальцем. Сюда вот. Нажимаешь. И ее... Вот, пальцем. Вот. И она открывается. И не нужны никакие ножницы нам вообще. Вот. Это мы распаковываем. А! Снимаем пленочку. Вот. Мы раздели ее. И вот она у нас. Мы ее открываем. Ха-ха, прикол! Смотрите, тут, короче, место можно как коробку для дисков использовать. Вот она, мы ее открыли. И вот у нас тут внутри. Во, только сама... Вот эта бумажка, в которой находится карта. Все, остальное все белое. Опять же, если освещение не очень, качество не очень хорошее, я прошу прощения, просто я лох полный, я не могу себе нормальное освещение сделать. И вот у нас такая штучка. А, вот и есть карточка. Я думал, она будет квадратная, как обычно карточки. Кредитные там, да, банковские карты выглядят, знаете, да, что я вам рассказываю. Так, наверное, побольше света нет, я просто... О, так побольше, я просто окно открыл. О. Как кредитные карты, да? А это по-другому совсем выглядит. Ну вот она. Тут стираешь защитный слой, и ее, значит, хреначишь. О. Когда я это видео выложу, уже будет активирован код... Да? Но я все равно его показывать не буду. Хрен с вами. О, мошенники. Не покажу я вам. О.
Тут у нас 12 букв. Хотите, покажу, нет? Вот. Все. Сейчас я включу Соньку. И введу ее, я активирую. Ну, конечно же, я это показывать не буду. Вот. Так что была вот такая распаковка. Просто я первый раз покупаю карту, поэтому я решил сделать распаковку. Вот. На самом деле, тупо как-то выглядит она. Я думал, она будет выглядеть, как я уже говорил, как обычная кредитка. Ну, ладно. Может быть, это чисто своя фишка такая у Sony. Я не знаю. А на Xbox какие карты? Хрен ей знает, я не знаю. У моих друзей есть Xbox, но... Я не интересовался. О, хороший запах. Но я как-то не интересовался. Карты Xbox Live. Какие они, как они выглядят, не знаю. Может быть, у кого кто-нибудь смотрит это видео, у кого есть Xbox, то покупает карты оплаты Xbox Live. Xbox Gold, да, там есть. Вот, вы тоже сделайте распаковку. Сейчас YouTube собирается убирать видеоответы, поэтому вы как видеоответ, наверное, не получится вам это видео поставить. Но вы напишите хотя бы в комментариях ссылку. Там полные ссылки давать нельзя. Но вы хотя бы вот начало ссылки уберите, где youtube.com, потом слэш, да, потом у каждого видео адрес watch, да, watch, потом равно вроде и там буквы цифр, то есть вот это вот оставьте, ну вы знаете, как адрес давать, я думаю, вот. Все, а я сейчас, как была такая вот распаковочка, вот, так что на этом я с вами попрощаюсь и окунусь в мир PlayStation Network. Всем счастливо. PlayStation.